Наша общая победа. Такое громкое название носит всероссийский проект. Активисты и волонтеры снимают видео, интервью, мини-фильмы с ветеранами, участниками боевых действий, тружениками тыла, детьми войны. Мы это делаем для того, чтобы сохранить нашу историю, сохранить память о тех великих подвигах, о той великой истории Великой Отечественной войны, чтобы потом, впоследствии, не появилось людей, желающих переписать ее. Проект был запущен еще в 2010 году совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ. В 2016 году проект выиграл президентский грант от Российского союза ректоров. Уже записано более 250 историй жизненных трагедий, событий тех военных лет. Сейчас очень мало об этом знает. И должен каждый день им напоминать то, что было раньше. И представление многие не знают, что была такая война, серьезная, кровавая, долгая, с большими потерями людскими. Нужно обязательно. Самый масштабный в истории видеоархив очевидцев событий хранится в группе ВКонтакте «Наша общая победа РФ». А уже в сентябре будет создан региональный сайт проекта. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.